Добрый день, друзья! Сегодня будем проверять очередную выкрику. На этот раз это женский кошелек с отделом для купюр, отделом для мелочи и на 4 карты. Цель данного видео – показать, что работать с кожей несложно. Главное, чтобы у тебя была хорошая проверенная выкрика, у которой все отверстия на своих местах. Итак, давай начнем. Первое. Размещаем выкройку на коже и фиксируем ее при помощи малярного скотча. Второе. Пробиваем отверстие. Третье. Вырезаем все элементы и выкройки. Четвертое. Это этап сборки. И на нем надо остановиться поподробнее. На этапе сборки пришиваются все мелкие детали и элементы. Например, карманы, молнии, ремешки. Устанавливаются кнопки. Ну и финальный этап. Все шить и обработать урез. Вроде бы все просто. Но, как всегда, есть свои тонкости и нюансы, которые тебе придется постигнуть самостоятельно, собирая очередной кошелек или сумочку. Надеюсь, что данное видео будет полезным каждому начинающему мастеру, и ты сможешь порадовать себя и близких своей работой.